Нет никакого выступа, ничего. Все ровно и прекрасно. Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Впереди много всяких разных интересных поделок. Добрый день, друзья! Привет будущим подписчикам! Вот это начали накрывать шифером нашу пристроечку. И залезем наверх, покажем, как мы его подрезаем, для того, чтобы он лег как можно плотнее, ну и лучше. Но в последующих видео было очень много вопросов по печке, по колосникам, типа мы ее топим по-черному, почему нет боковой загрузки. Ну, в последующих видео, ребят, я вам это все популярненько сниму и расскажу. Все топится по-белому, но просто в нашем регионе так предусмотрено, потому что топим мы углем. Ну, а сейчас полезем наверх и по шиферу разберемся. Самое главное, это положить первую шиферину. Потому что, ну мало ли чего, диагональ немножечко не сошлась. И чтобы вот здесь вот, на соединении двух шиферин и последующих, не было уступов. Ну это как вот, как будто мы вот кладем плитку, тоже, как положишь первую плитку, прилепишь ее неправильно, так и остальные пойдут неправильно. Тоже обратите внимание, что первую шиферину обязательно нужно выставить, чтобы вот здесь был зазор одинаковый и в дальнем углу. В общем, получается такая история. В зависимости от того, с откуда вы ее начинаете перекрывать, слева направо или справа налево, разницы нет. Но вот эта подрезка, она идет по диагонали шифера. То есть, если на этой шиферине мы подрезаем здесь, то по диагонали потом подрезаем там. Ну, этот сейчас мы будем резать, а там уже он процесс завершен. Сейчас я вам покажу. Вот был кусочек, который мы отпиляли там. И отпиливаем вот этот. Нижний мы не трогаем. Вот чтобы было понятнее, сейчас я сдвину, я вам сейчас покажу. Вот получается какая история. Нижний не тронутый, а этот и этот тронутый. А последующая шиферина, сейчас я ее накрою, и вы увидите, что она ее перекрывает. Ну и вот, нет никакого вступа, ничего. Все ровно и прекрасно. Так что, ребят, дерзайте. Всего доброго, до встречи, пока.